Добрый день! Как вы уже наверняка поняли по названию видео и по тому, где я сейчас нахожусь, мы с вами идем в мою квартиру и будем смотреть, что же там поменялось с прошлого видео. Очень интересно, что у нас тут будет в этом торговом центре в Родосе. Видите, супермаркет «Копейка» тут же расположился. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим, что там да как. Как тут пёсели? Один пёсель есть сегодня, но только один. Где же все остальные, непонятно, все время были, а тут уже их нет. Так, сейчас, наверное, поднимемся по лестнице, и я вам покажу еще балкон, который мне нравится. Ну, такая терраса, вот, на которой будет располагаться кафешка, а летом можно будет там посидеть. Так вот выглядит этот балкон, терраса своеобразная. Ну вот летом здесь можно будет посидеть, попить чаю, кофе и понаблюдать за Аркадией. Но сегодня мы поднимемся в мою квартиру, будем что смотреть? Будем смотреть наконец-то санузел. Это то, о чем я давно мечтал, чтобы его закончили. Его почти закончили, там осталось повесить полочки, знаете, там держатели для полотенц и так далее и тому подобное. Но в принципе в общих чертах, да, уже все готово. Есть душевая кабинка, есть унитаз, все подключено, по идее воду подключили, краны поставили, раковину и так далее и тому подобное. Вот, вот я еще не видел этого, сейчас мы будем вместе с вами это смотреть. Так, ну сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим, давайте. А вначале давайте включим свет, и сейчас я вам буду все показывать. Потихонечку будем все смотреть, проверять. Так, ну вот, установили раковину и кран, подключили. Как вам кухня? Пишите в комментариях цвет. Нравится, не нравится. А раковина бежевого цвета, мне кажется, она очень даже вписалась неплохо. Проверяем водичку. Все нормально, все течет. Так, холодильник. Холодильник на месте, полочки тоже на месте. Все установили. Все хорошо, все работает. Так, ну сейчас будет, наверное, у нас постоянная рубрика «Любимая про рейки». Буду вам рассказывать немного и про них. Должны в ближайшее время прийти ребята и что-то с этими рейками уже сделать. Там пришли перемычки, я вам сейчас тоже их покажу. Вот так, ну, вначале давайте включим свет. Да, вот такие рейки пришли дополнительные. Они пока ровные, видите, ровненькие, идеальные. Вот, но они пока не танцуют, да, потому что перепада температуры, видимо, еще не было. Вот такая перемычка, посмотрите, вот, они все одинаковые в длину, в ширину, эти перемычки, но вы видите, да, расстояние здесь нормальное, четко идет, там, где эта перемычка. Вот сейчас я эту перемычку переставлю, и увидите, насколько здесь больше расстояния. Вот, вот это вот, опять же, моя грусть, но это хроники моей квартиры, не снимать про рейки я не могу. По крайней мере, я хотя бы это делаю и для самого себя. Вот эти рейки, скорее всего, ровненькие пойдут в основу, вот, всей конструкции. А те, которые с трещинами рейки, я их уберу. Очень мне нравится вся эта композиция. Я имею в виду зеркало, вот это сбоку, да, на шкафу. Очень круто, что я принял такое решение, потому что оно, вот это зеркало, как-то облагораживает все это. Вот, смотрите, то самое, да, вот эта трещина, рейка, вот они будут все уже расхлябанные, все двигаются в разные стороны. Вот, вот эту рейку с трещиной я заменю, скорее всего. Ну что ж, вот он, смотрите, телевизор. 65 дюймов подарок от португальских авиалиний Hisense. Неплохой вроде Китай, 65 дюймов немало. Засудил я авиакомпанию Azur Air и Азорские авиалинии и получил от них 600 евро. И вот за эти деньги купил телевизор. Перемычки, пожалуйста, вот так вот они выглядят. Все одинаковые, все из того же самого дерева, что и рейки.
Вот, надеюсь, все получится, и вся эта конструкция станет ровной и красивой, и не будет у меня такого геморроя. Давайте здесь посмотрим, что у нас здесь будет. Кровать, да, стоять. Я максимально хочу взять кровать. Ну, вообще, 2,20 максимально, но, судя по всему, я возьму все-таки 2 метра, потому что здесь есть розетки, выключатели, и, по-моему, сюда кровать самая большая не встанет, нестандартная. Напротив, получается, да, я повешу телек 65 дюймов, и еще вот слева здесь тоже будет телевизор, но он будет меньше. Я думаю, какой же телек взять. Наверное, Hisense не стоит. Я вот боюсь, что пульты могут срабатывать один пульт на два телевизора. Здесь будет у нас диван, я тоже его заказал, тоже коричневого цвета, потому что, мне кажется, это практичный цвет, если ты хочешь сдавать квартиру. Он сюда вписывается. Ну что ж, вот. Сейчас мы идем в ванную комнату, и я вам буду показывать, наконец-то, санузел. Давайте посмотрим, что же там у нас. Так, ну, вот как это все выглядит. Мне очень нравится эта коричневая дверца, безумно с золотой ручкой, я классно придумал. Душевая кабинка, посмотрите, тонированное стекло, был у меня выбор. Так, ну вот это вот мне не нравится, конечно, то, что бьется дверь об унитаз, это прям страшно. Если здесь какая-то будет какой-то движ, какая-то ругань, то кто-то может резко открыть дверь и забить человека, который будет сидеть на унитазе. А это не очень хорошо, надо что-то с этим решать, но посмотрим. Так, у нас здесь унитаз Велерой Бог. Тоже мне вот понравилась модель такая, она вся легкая, красивая. На самом деле они все одинаковые. Я так видел много вариантов. Так, Гроя. Тоже инсталляция одна. Ну, это моя любимая, можно сказать, марка. Она очень тоже такая практичная, прикольная и стильная, и недорогая. Здесь у нас бойлер Медея. Тоже надо будет его подключить и посмотреть, как он работает, не работает. Но я думаю, что все в порядке, что стройка века, как всегда, не подвела. Огромное спасибо ребятам за то, что вы есть. Честно, не знаю, Дима, что бы я без тебя делал. Вот. Ты просто космос. Вот. Тропический душ. Тоже посмотрите, у нас здесь Гроя. Да, тоже видно. Очень люблю я тропический душ, но вот у меня дома его нет, там, где я живу. А здесь я все-таки решил его поставить. И, естественно, поставил Гроя, потому что на смесителях и на всем, из чего вот льется вода, мне кажется, экономить ни в коем случае нельзя. Так, с дверцы душевой кабинки ходит хорошо, вот, уверенно. В принципе, вся кабинка сделана действительно на неплохом уровне, и она вот такая вот тяжеленькая, увесистая, то есть не дешевая. Тонированное стекло стоит на $100 дороже, чем обычное. Вот, я даже не знаю, как это будет потом, практично это будет или нет. Пишите, если у кого-то есть тонированное. Но мне нравится, получилось стильно и прикольно. Но вообще хорошо, что я даже вот... И там еще есть черный профиль. И хорошо, что я хоть хром заказал, потому что было бы совсем ужасно. Но посмотрите, да? Ну, круто же смотрится, да, тонированное стекло. Не знаю. Хотя, с другой стороны, может быть, очень будет видно вода высохшая. Ручка золотая и дверца просто шикардос. Помните, тут была бежевая. Я настоял, чтобы поставили коричневого. Давайте сейчас посмотрим, работает стиралка или нет. Так, вроде работает. Делайте вообще ваши ставки. Стиралка, которая стоит $1100, я ее купил за 250. Это единственная бушная вещь в моей квартире. Вот будет она работать долго или нет? Посмотрим. Да, пишите в комментариях, был у вас такой опыт или нет. Так, дверца. Это просто, я не знаю, какой-то лувр на минималках. Так, что у нас здесь? Видите, все подключено, шланги все подключены. Стройка века, вам еще раз большой, огромный привет за то, что все, как всегда, в идеале. Закрывается дверка тоже шикарно. Ну, это мебельщики, ребята, поработали. На самом деле, парень тоже мебельщик, у него хорошее, такое большое терпение, потому что я залажал с этой дверцей бежевой. Так, ну вот это тоже нужно решать. Нужно решать, что какой-то стопор там, или как эта история называется, установить там нужно. Ну, где его установить, чтобы не биться об него, тоже непонятно. Тоже пишите в комментариях. Так, ну, давайте сейчас пройдемте на балкон. Меня спрашивали за кондиционер. Вот, сейчас я вам покажу, как здесь с кондиционером дела обстоят. Вот кондиционер. Здесь он висит, потому что так просит ЖК.
да. Так что многие люди, которые писали в комментариях о том, что какого хрена он так низко висит, это ж столько пространства съедает. Да, ребята со стройки века, да, они прекрасно об этом знали, они прекрасно понимали, но повесили кондиционер таким образом, потому что так требует руководство жилого комплекса. Ну, можно столик здесь какой-то сварганить, поставить столешницу на него, не знаю. Будет дополнительный столик, фиг его пойми. Не знаю, почему они так решили в этом ЖК, но вот приходится плясать, как они просят. Так, что еще осталось по квартире? Плинтуса, насколько вы видели, да? Они уже заказаны, кровать заказана, 2 недели где-то осталось, пока ее привезут. Она такая коричневая, вот, богатая. И диван тоже, тоже я заказал. Вот, кровать будет стоять здесь с золотыми вставками. Ну, мне кажется, будет стильно смотреться, красиво. Так что у нас по отоплению, уже почти не греет радиатор, все. Наконец-то это мучительно этот период закончился, когда все вздрагивали от щитов за отопление. Но здесь будет диван, тоже коричневого цвета. Мне кажется, цвет действительно стильный. Он вписывается максимально в этот интерьер. Я, конечно, думал, что это такое желтое, голубое, какое-то яркое замутить. Но если сдавать эту квартиру в итоге, да, то эта идея, мне кажется, не очень хорошая. Тем более, если что-то желтое, светлое, да, поставить, то это будет реально проблема, потому что если кто-то замарает, им будет наплевать на это, а тебе это все не отмыть. Так, ну, сейчас, наверное, надо будет еще проверить, что там у нас с кранами, все ли работает, и душ посмотреть, да, ну, вот стиралку мы уже с вами посмотрели, не могу нарадоваться на эти дверцы, как они ходят. Черное стекло, все-таки черное стекло крутое, вот мне нравится. Я не знаю, что там будет, будут ли эти все подтеки сильнее видны, но прям выглядит круто, действительно на уровне. Вот эти $100, мне кажется, небольшая переплата за вот такой стильный вид. А черная фурнитура, да, я вам уже сказал, она не, это не хорошая идея, мне кажется, вот там точно будет все видно. Капли эти все будут скапливаться, и потом эта черная краска, скорее всего, облезет. Ну, сейчас посмотрим, как что здесь работают. Краны все, да, проверим. И, наверное, будем заканчивать это видео потихонечку. Здесь у нас все в порядке. Тоже поставил самый обычный кран, недорогой, Гроя, кухонный. Но у меня точно такой же дома стоит, безотказный, шикарно работает, все супер. Так, что, идем дальше, посмотрим, что дальше у нас. Сейчас мы с вами проверим наш душ тропический. Работает, о, все нормально, водичка полилась, все работает. Но этого мало, надо сейчас еще обычную с вами лейку проверить. Но тропический, все, все с ним в порядке. Так, здесь у нас лейка, что... Переключаем. Тоже работает. Все в порядке. Вода течет. Все супер. Вот. Мне нравится. Вот. Я надеюсь, что придет тот день, когда я встану по этот, под этот душ и смогу помыться. Так, идем дальше. Здесь у нас раковина. Обратите внимание, водичка идет. Обратите внимание на донный клапан. Он тоже белого цвета. Я настоял на этом. Вот мне кажется, что эта раковина «Велюровый бог», она прямо сочетается только с белым донным клапаном. Вот так. Ну и финалочка. Все работает. Тоже Midea бойлер работает. Все в порядке. Wi-Fi-чик даже здесь можно подключить. Спасибо, что смотрели мое видео. Да, подписывайтесь на канал, чтобы оставаться вместе со мной, с Одессой и не только. И до следующего видео, ребята. До свидания.